Всем привет! Это наша любимая игра «Родина». Ну что ж, давайте поиграем. У нас закончилась битва. Битва закончилась, скажем так, не очень удачно. Но следующая битва начнется через 19 часов. Мы подождем до завтра. Завтра будет новая битва. У нас кораблик. Ой-ой-ой. Конкретный кораблик. Наверное, я его с помидорой не справлюсь, да? Так. Я попробую все-таки начать. Две помидоры я заполняю полностью. Одна помидора. Тут я заполняю. Берем 9 молока. Молочко. А хотя, может быть, и справлюсь. Конечно, мой молочный завод остановится ненадолго. Но что ж поделаешь. Так, тут добраться главное до помидор еще. Во как. Добралась. Еще одна помидора. Сколько помидора по времени делается? Ну, в принципе. Так, проверка здесь. Я должна была по-любому поставить, я не могла не поставить. Ух ты, тут совсем все плохо. 5, 6. Ай-яй-яй, хоть бы мне было 2, было бы шикарно. 1. Так, а место? 2 места всего. Так, я пойду посмотрю, что у нас по туристической линии. Мы едем, 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 мы едем на курорт. Ой, какой-то он страшненький, когда загружается. Что здесь? Здесь нас ждет подарок. Открывайся, Сим-Сим, откройся. Ну, Сим-Сим, пила. Это есть. Это есть. Так, а помидоры подождут. А помидоры подождут. О, дяденька с подарочком. Мне карту. Не заблудитесь. Типа. Ого, все хотят сюда. Что, медом намазано? Так. Так, ну я, в общем, я поняла, что я прошу на кораблик. Я определилась, скажем так. Я прошу. Вот так. Потому что это будет долго иначе. Долго и неинтересно. А между прочим, я сделала такую маленькую глупость. Надо было поставить элементарно еще одну штучку. Ну, виноваты, справимся. Подпилить? Нет. А где подпилить? Подпилить? Подпилить. Ух ты, подпилили. Сюда. И еще раз, пусть будет, скажем так, стратегический запас. Ой-ой-ой. Нельзя спечь пирог, не разбить яйца. Яйцо есть. Так, дальше что просим? А может, я куплю что-нибудь? Там у нас с вакантным местом 10. Сейчас бы молочка 10 прикупить, вообще было бы шикарно. Просто шикарно. Золото хочу, купили. Так, сметана хочу, но не так, чтобы очень. Ее все равно нет.
Блины. О, спасибо, Людочка. Я теперь точно знаю, что это мы не просим. Значит, мы просим по-любому молочко. Так, и еще раз отправляемся в кульпоход. По местам рыночной торговли. Ой, я это все хочу. Бывает. Сейчас вот назло попадется молочко, да? Так, купили. Ух ты. Прям такое разнообразие. Ай, уже нет места. Кого накормим? Никого не накормим. Почти. Так, ладно. Еще раз посмотрим, что у нас здесь. Упс. 5 штук надо было поставить. Сколько я поставила? 5. Не, ну это, конечно, надо сразу уже ставить так тогда, чтобы запас был стратегический. Надо пойти малинки отнести. Малинки. Еще малинки, и снова малинки, и опять малинки. Хватит. Так, малинка, калинка. Еще одна штука. Никакой экономии. О, малинка. Так, это чтоб было. Малинки уже с запасом взяла. Есть. Тут что у нас? А у нас такое должно быть. По крайней мере, одна штука. Нету. Так, ой, посадить, посадить. Тоже без сахара останемся. Сладенькое мы любим. Посадили. И сахарок есть. Так. Включаем просмотр. О! Тортик ничейный. 2 штуки взяли. Есть, нам рожку поставить. Есть, так. Конфетка на палочке. Тихо, тихо. Я поняла, мест нет. Все вакантные места заняты. Поехали. Три, четыре, пять. Ой. Обслужить. Ой, мало взяла. Да еще делать. Ну, так не играю. Пока очередь дошла до того завода, о котором думала, уже и места нету. Вернее, место есть, а что дать нету. Сколько довольных туристов. С ума сойти. Сколько свободного места. А чего я не взяла еще? А, у нас места не было, конечно. Так, а тут никто ничего не хочет у меня. Все очень-очень скромные. Так, скромняги. Взяли. О! Спасибочки. Это я точно помню, что хотел кто-то. Шарфик кто-то хотел. Так, теперь, по-моему, надо еще раз просмотреть и сувенирку.
Ха-ха-ха, я не смогу всем уходить. Только частично. Еще поставить ткани. И килечки захватить. Это вот так. Так. Ой, почти. Две лимоны. И яйца. И что-то еще там это было. Сахар, по-моему. Стоять. Есть. Прям талантливый подход к делу. Два яйца. И сюда. И вот так. Да соберем мы ваш товар. Соберем. Все. Все собрали, все отдали. О! Что надо так быстро? Просить. Спасибо. Спасибо. Молочка мне не хватит, конечно. Ну, бывает. Да? Сколько мне не хватает? 4. О, тут мне уже помогли. Кому сказать спасибо? Спасибо. 4 молока. А я еще сомневалась, брать кораблик, не брать кораблик. Удачный кораблик. Тут бананы. Ай-яй-яй-яй-яй, нету. Бананы. Подождут, подождут, поехали. Тю, я так никак эту штуку не поставила сделаться. Так. Есть. Есть. Подождут, подождут. Кстати, такое что-то вроде было. Ладно, у меня уже есть вакантные места. Можно брать дальше. Кормим наших животных. Ой, там дяденька, добрый дяденька, хотел нам тоже корма дать. Мы его так и быть возьмем. Он нас уговаривал. О, еще одно молочко. И все равно нам не хватает. Да. 3 молочка. Так. Тут берем. Сейчас все. Ой-ой-ой. Так, что мы хотим здесь показать? Что мы можем? Ничего не можем, да? Печально. А нам надо ореховый торт. Нам орехов. Ой, нам надо еще одну эту поставить срочно. В срочном порядке. Ой-ой-ой. Ку-ку. А где орешки для Золушки? Яичненка-то у нас есть. Тихо. Яичненка есть, а больше ничего нету. Так. Шляпа. Сюда. Раз, два, три. Тихо. 4. Есть. Ставили. Угу.
Нам пилочку подарили. Пойдем пилять. У нас теперь есть целая пила. Или была. Тоже как вариант. Дерево убрали, дерево посадили. Все четко. Так. О! Красота. Все тут. Ого, сколько они хотят эскимо. Да они жадные, конечно. Этот завод даже не посмотрела, есть там что-то или нету. Стоять, я все увидела. Ну, вроде как нормально. А сколько нам еще талончиков собирать? 15. Бывает. Ой, кстати, у нас продвинулся уровень, стал 21 на курорте. Я могу улучшать дальше? Потому что на 20 уровне я дальше не могла улучшать. Пока недоступно. 19 уровень яхты. Это пока мой предел. Места вакантного сколько? 10. 10 молока. Это был заказ. Вместо я молока предлагают яблочный сок. И то не нам. Что ж, я так думаю, что наше видео можно заканчивать. На этом всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч!